Дамы и господа, добро пожаловать в нирвану. Как известно, западные религиозные учения призывают нас к какой-то жертвенности во время жизни. Человек должен пройти тяжелый путь, чтобы лишь на том свете уже ему воздалось, как говорится. Восточные философско-религиозные парадигмы, а часто философия и вера для людей восточных – это одно и то же, призывают нас к достижению каких-то гармоничных состояний уже во время жизни обычно. Сегодня Альбир на Героев Труда – это настоящий буддийский храм. Вечеринка называется «Лотос Будды», «Мантры», «Нирвана», «Пивко», разумеется, «Монахи буддийские», ну и, конечно, «Роскошные восточные бабы». Скажи, а вот путь верующего Будду, он каков? У нас сегодня такой сокращенный путь постижения философии, развлечения и достижения нирваны, удовольствия, скажем так, потому что, если говорить о настоящем пути, да, то он очень долгий, длинный и порой тяжелый. Мы прибегаем к специальному ингредиенту, который позволяет достигнуть этого состояния. Это пиво. Ускоренный курс. Наш путь сегодня очень такой быстрый, стремительный, яркий. И так, пау, и все, и сразу. Среди философов одно из мнений бытует такое, что женщины не способны к философскому вообще восприятию мира, умозрительному, как бы. Как вы думаете? Я думаю. Это уже неплохо. Это уже, я вам скажу, это уже хорошо. Это что-то новшество какое-то, что блондинка и может думать. Мне кажется, он уже достиг какого-то равновесия, он, да? Он патриарх. К нему ездят из других стран, чтобы увидеть, насколько все запущено. А у вас же там реинкарнация, да, вот переселение душ. Я могу переселиться к нему, а он ко мне. Это буквально секунда. Да, да, это я уже. Ничего, да, смотря куда. А как это у вас так получается? Вы можете вернуться в это тело? Пожалуйста. Уже я здесь, да, все в порядке. Здорово. Работайте. Действительно считаю, что музыка – это одно из средств как раз достижения вот этого самого медитативного состояния или даже транса. Благодаря музыке иногда, согласись, удается достичь вот этого измененного состояния сознания, ну, которое нам дает там алкоголь или другие какие-то препараты. Мы можем и алкоголем, у нас есть чем разбавить людям настроение, изменить его в лучшую сторону, только в лучшую. Форматом музыки, вот сегодня такой тематический формат, вообще для меня было удивительно. Я пришел на работу и такое чувство, что я реально чакра открылась какая-то. Ну, не знаю, где, но где-то открылась чакра моя. Скажите, а вы в своей жизни знакомились с какими-нибудь философскими учениями? Философским мужчинам? Да. Господи, у них все к мужчинам, господи. Философскими учениями. Светские хроники. Это все происки Будды. Искал лотос Будды, и вот как-то так скользко, жарко, подскользнулся, упал. Говорят, Сережа, береги руку. А что там у вас в гипсе? Никому не говорите, нирвана. Что это он делает? Он воспитывает вас человека. О, не сказал, что это было неприятно. Я должен сказать. Это чертовски неприятно. Что он делает? А что это? Что это значит вообще? Это значит, что вы патриарх. Он признал вас своего. Я должен сделать вот так, да? Нет, это могут посадить за это.